На днях в столице начался суд над Каримом Масимовым. Вы, наверное, слышали, да, знаете. Все-таки это ваш человек много лет. Что вы можете сказать по этому суду? И кто мог за ним стоять, если действительно он виноват в этом? Меня тоже это очень интересует. Я тоже жду окончания следствия суда. Что явилось причиной и кто за этим стоит. Очень трудно. Масимов много лет работал со мной. Но откуда узнаешь? Разве Иисус Христос рядом сидящего Иуду знал, что он предатель? Мы же не боги. Поэтому посмотрим окончание суда, и все мы, я думаю, узнаем истину. Я уверен, что знаний, опыта у Карима Кажмухановича Масимова достаточно. Я хотел бы поблагодарить главу государства за высокое доверие, оказанное сегодня.